Приветствую вас на канале sssrgun.ru. У нас на обзоре пневматическая винтовка Hatsan 85. В комплекте содержатся пластинки для регулировки приклада и сама винтовка, а также руководство по эксплуатации. Ложе и приклад винтовки изготовлены из качественного пластика, окрашенного в черный цвет. Это делает модель очень практичной и удобной в ежедневной эксплуатации. Также поверхность местами рифленая, что обеспечивает более удобный и уверенный хват винтовки. Ну а затыльник приклада здесь вентилируемый и выполнен из резины, что позволяет значительно снизить отдачу. Двусторонний подсечник позволит использовать винтовку с комфортом как левшам, так и правшам. Нарезной ствол, ствольная коробка и внутренние механизмы изготовлены из оружейной стали и имеют специальное антикоррозийное покрытие. При этом весит винтовка 3 килограмма 300 грамм, а ее длина составляет 1125 миллиметров. Винтовка переломного типа, однозарядная и стреляет свинцовыми пулями калибром 4,5 миллиметра. На стандартной неусиленной пружине максимальная скорость выстрела достигает 180 метров в секунду. При установке усиленной пружины этот показатель можно увеличить до 305 метров в секунду, что делает эту винтовку весьма пригодной для охоты. Предохранитель автоматический, находится на задней части ствольной коробки. Прицельное приспособление представлено мушкой и целиком с фиброоптическими нитями. Целик регулируемый. А фиброоптические нити позволят облегчить прицеливание при недостатках освещения, а также на темных объектах. Помимо этого, есть специальное крепление под оптический прицел. Ведь без него прицельная дальность стрельбы составляет примерно 60 метров. Как всегда, у Hatsan отличное качество сборки и материалов. Также винтовка отличается достойными характеристиками и надежностью. Приобрести ее вы можете на нашем сайте, ссылка в описании под этим видео. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. С вами был sssrgun.ru. До новых встреч!